поговорим про кастинг. По сути, ваше поступление это очень напоминает кастинг. Но если говорить просто про кастинг, телевизионный кастинг, про кастинг, например, в какой-то мюзикл, или в какую-то передачу, или в какую-то группу, то вы должны в первую очередь понимать, что показать себя нужно с лучшей стороны, об этом мы говорили в предыдущем ролике. Но еще очень важно успокоиться. Тут нужно понимать, что если, например, вы поступаете к нам, то это вам надо, очень надо, да? А если вы идете на кастинг, то вы должны понимать, что вас рассматривают как кисть, как инструмент. И вы можете не подойти не потому, что вы плохой, а просто потому, что ну, вы не соответствуете замыслу режиссера, не соответствуете замыслу сценариста, возрасту, цвету, цвету волос, комплекции. Я хочу, чтобы просто вы поняли и обезопасили себя сразу. Речь не в том, что вы недостаточно хороши. Речь в том, что роль не ваша, или песня не ваша, или группа не ваша, или это шоу не для вас. Итак, мы успокоились. Я всем рассказываю интересный случай. Вот если бы я, когда я была на Евровидении, знала этот прием, я бы так не нервничала. А я нервничала смертельно. Перед тем, как мне выйти на сцену, у меня кровь пошла из носа, я платье забрызгала. И великий Майкл Флетли помогал мне его оттирать. Это целая история, я про это потом расскажу. Так вот, очень важно научиться себя останавливать. Там, в зале, там в комиссии крокодилов нет. Они не крокодилы, они такие же люди, как и вы. И это нужно понять, ощутить и переварить. И успокоиться следующим образом. Я делаю это упражнение, это из даосских целительных практик. Очень мне помогает. Вот поверьте, взяли вдыхание и выдохнули на звуке хи. Хи. Вот я уже успокоилась. Еще раз. Вдох. Озвучите этот выдох на звуке хи. Еще два раза. Хи. Хи. И вперед. И ничего не бойтесь. Еще раз говорю, там крокодилов нет. Один раз хотела вам рассказать случай забавный. Я после того, как родила дочь, решила, что иду на кастинг Эсмеральды в Нотр-Дам-де-Пари. Пришла в форму, вокальную, физическую, и пришла на кастинг. Меня все ждали, все мне очень обрадовались. Ой, Машка пришла, ко мне очень хорошо все относились. И я такая воодушевленная. И вот там вот эта песня. Live for the one I love. Love as no one has loved. И вот эта нота такая красивая. И вот я иду на эту ноту. И я смотрю где-то впереди себя, как меня учили, на табличку «Выход». А режиссер стоит недалеко, поодаль, ну буквально, может быть, шага 3-4 от меня. И вот «For the one!» И он мне так «Подождите!» говорит на английском. Я понимаю, что он говорит, но если что, есть переводчик. «А куда вы смотрите?» И он явно недоволен. Я говорю, «Я смотрю вперед». Он говорит, «Почему вперед? Я же здесь!» Я говорю, ну я представляю, что я в мизансцене, а она стоит наверху, она поет на Нотр-Дам-де-Пари, как бы на этом, на самой крыше, и смотрит вверх, звезды, все. Нет, смотрите на меня! Он, конечно, меня сбил. Я уж не знаю, чем я ему не понравилась. Выяснилось, что просто ну, не бывает эсмеральд, который рыжей масти волос. Хотя можно надеть парик, и тем не менее, я уже понимаю, что я ему не нравлюсь. И я смотрю на него и стараюсь сделать то, что он просит, потому что нет ничего более зависимой нашей профессии. Мы очень зависим от роли, от репертуара, от режиссера, от света, от камеры, от всего. Мы зависим от продюсера, от всего. Но я пытаюсь быть как можно более полезной для него. И смотрю на него, он говорит, смотрите на меня и пойте. Я смотрю на него и внимательно. И в тот момент, когда нужно for the one, и там еще и модуляция, и я вижу, смотрю на него и вижу, что у него в носу козявка. Честное слово, козявка. И я начинаю ржать, потому что, в принципе, я вообще очень быстро колюсь. Меня, со мной на сцене вот эти зеленые концерты, когда мы все друг на другом подшучиваем, я сразу смеюсь. Все это знают, и все хохочут, и в зале все хохочут, поэтому я начинаю смеяться. А он обиделся на меня. Видимо, он подумал, что я смеюсь над ним, а ему никто не перевел. Ну и я не знала, как слово «козявка» будет по-английски. В общем, в итоге роль мне не дали.
Ну и ничего страшного. Ничего страшного, я спокойно это пережила. И впереди у меня еще было интересных много работ и будет еще много интересных, замечательных проектов. Я вам этого тоже от всего сердца желаю. Кастинг – это просто испытание. Испытание вашей психики, вашей подготовки, ваших нервов, того, как вы, в принципе, умеете справляться со стрессовой ситуацией. Раз не получится, два, а потом глядишь, и вы будете спокойны, как танк. Чего всем желаю.